Здравствуйте. Газпром. В России участились случаи взрывов бытового газа. В связи с этим изменился порядок проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования, обозначенном в постановлении правительства номер 410. Теперь проверки будут проводиться не реже одного раза в год и коснутся каждого. Ведь есть жители, которые продолжают игнорировать необходимость заключения договора на обслуживание газовых приборов и ставят под угрозу как свою безопасность, так и соседей. Приходится убеждать, уговаривать абонентов о том, что такая необходимость есть. Я вот все время сравниваю такой, ну, простой случай. У всех на сегодня машина, скажем, есть, все проходят как бы техническое обслуживание раз в год, да. Потому что боятся, вдруг что-то случилось с машиной, может случиться так и какая-то непредвиденная обстановка, авария и так далее. Но газ, я думаю, наверное, немножко посложнее даже, чем машина в части безопасности. Поэтому если проводится ТО машина, то так, почему не должны пройти абоненты ТО газового оборудования. В дверь постучали, представились газовиками. Такой сценарий часто используют злоумышленники, чтобы проникнуть в квартиру. Но настоящие сотрудники газовой службы при себе имеют удостоверение. О своем визите всегда сообщают заранее, чтобы прийти и внимательно обследовать ваши газовые приборы. Наши специалисты, значит, согласно план-графика, который составляется ежегодно, обходят абонентов, у которого есть договора, значит, для проведения технического обслуживания в многоквартирном и частном секторе. Наши специалисты, значит, предварительно уведомляют каждого абонента о том, что будет проводить техническое обслуживание в их доме. Для безопасности себя и близких необходимо заключить договор для обеспечения постоянного контроля за техническим состоянием бытовых газовых приборов. Многие жильцы уже сделали выбор в пользу безопасности. Заключают договор каждый год по газовому обслуживанию плиты. Очень удобно, во-первых, для своей жизни, для безопасности себя в первую очередь, для безопасности людей, потому что это немаловажно. Если ребята приходят, то есть если есть какие-то неисправности, они исправляют. Одна из специализированных организаций «Газпром» газораспределение Ульяновск по многоквартирному сектору заключила 89 тысяч договоров, а в частном – почти 22 тысячи. Охват населения – более 60%. Все для того, чтобы обеспечить безопасность жителей. Первым делом это смотрится монтаж газового оборудования, чтобы не было нарушений, чтобы не было каких-то незаконных врезок, если это частный сектор, установка газового оборудования. Газовики напоминают, в случае отсутствия у абонента договора со специализированной организацией на техобслуживание газового оборудования, после окончания отопительного сезона ему будет приостановлена подача газа. Мера крайняя, но вынужденная. Елена Андреева, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».